Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сирихи, мальчики и девочки. Это шутка была! Опять же, мобильная засада. Эскорт молчит, о ней слова даже не говорит. Ну, куда приятнее так ездить, когда он мало говорит. То есть все это раньше расстояние, эскорт тут трындел. Везде ему мерещились мобильные радары эти. Не мобильные, какие-то маломощные, он говорил, по-моему, радар. Кто знает. Ну, короче, в тишине в полной ездим. Сейчас дальше посмотрим. Тут сейчас этих мобильных засад как грязи. Камера есть, согласен. Только она не работает. Внимание, впереди. Камера фиксации скорости. Ну вот эскорту бы вот эти точки удалить, чтобы он заблаговременно говорил, вообще бы цены ему не было. Вот они камеры. Это стандартный автоураган, который фонит бог знает куда. Проехали. Ну и сейчас вот еще пару-тройку мобильных засад для успокоения, что все-таки эскорт победили с базами. Еще одна мобильная засада. Эскорт опять-таки молчит, то есть о ней не говорит. Прошла в базе за прошлый месяц. То же самое трындел он здесь о радаре, которого нету. То есть здесь, да, вот в этом колхозе частенько стоят на радаре, но слушать вот эти возможные вариации желания абсолютно никакого нету. Так, и еще сейчас, по-моему, там одна мобильная засада будет, и как бы на этом закругляемся и понятно. Сейчас вот она должна быть, еще одна мобильная засада. Еще раз повторяю, эти точки, они были что в спидками, что вот получается в мапками, эти мобильные засады. То есть чаще здесь никого нету, чем есть. Здесь вот частенько они стоят, либо на визире, либо на бинаре. Ну, в принципе, с чем бы они тут ни стояли, здесь чудесно эскорт срабатывает. Что ты, ехать будем? Сегодня никого здесь нету.
Ну вот как-то так, то есть получается, мобильные засады все пропали из базы. Это очень-очень хорошо и очень радует. То есть с эскортом я сегодня езжу практически в полной тишине, без всякой лишней болтовни. На этом все, спасибо.